Мы рады приветствовать вас на церемонии открытия Кубка России по кубольному пилотированию имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Разрешите мне зачитать приветствие на адрес главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова. Турнир по парашютному спорту вот такого масштаба проводится в нашей республике впервые на базе одного из крупнейших в Европе авиационных комплексов, расположенного на территории Российского университета спецназа. Очень важное событие для нас, потому что этот кубок носит имя нашего первого президента, Героя России, Ахмат Хаджи Кадырова. И я от всей души, от всего сердца, от всего Российского университета спецназа приветствую вас на данном кубке. Весь наш кубок и вообще все наше развитие в Российском университете спецназа осуществляется, идет такими серьезными большими темпами благодаря нашему руководителю, главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову.